Ну что ж, ребят. Всем еще раз всех приветствую. Гость нашей студии Виктор Вячеславович Яценко, министр связи. Виктор Вячеславович, начнем тогда с самого такого актуального вопроса по поводу телеканала «Новороссия ТВ». И вы нам вкратце расскажите ситуацию, как, что, где. И, в принципе, по поводу последних в общем, не знаю, как законопроектов или структуризации всех средств массовой информации и как это будет выглядеть в будущем, чтобы объективность не пропала, но при этом соблюдалась законность и что для этого будет сделано республикой? Во-первых, сложно понять, почему сразу вопрос по Новороссии ТВ ко мне. Такой же вопрос касается, наверное, и Оплот ТВ, который не является государственным. И, наверное, вопрос строится об новом законе, который сейчас приняли, но еще не утвердили. Что будет, не знаю. Как будет развиваться, не скажу. Это исключительно в области законотворцев, которые решили реализовать те или иные свои задумки, касаемо регулирования средств массовой информации. В моей компетенции входит исключительно технологические и технические составляющие эфиров, поэтому будет задача включать, я буду включать, будет задача выключать, я буду выключать. Сейчас то, чем я занимается министерство наше, это развитием эфиров, развитие и улучшение покрытия на территории Донецкой Народной Республики и возможность обеспечить эфирами еще такие наши города, как Мариуполь, Бердянск и так далее. А тогда вопрос такого характера. Может ли частный инвестор внутри республики, который находится, не извне, я не говорю про иностранный капитал, а частный инвестор внутри республики как-то способствовать развитию средств массовой информации, будь то газета или телеканал или что-то еще, либо это сбор каких-нибудь средств, собранных аргументарно, и при этом участвовать в СМИ, если он понимает, что на объективность это каким-то образом влияет. Может ли частный? Нет, тогда? Это, скорее всего, вопрос, опять-таки, не ко мне. Это вопрос, наверное, к Министерству информации, это вопрос к законодательству, это вопрос к управлению внутренней политики главы, о том, какую роль сможет занимать инвестор в области медиабизнеса. Угу. Вопрос сразу вот из чата. Где результаты голосования обещали опубликовать в понедельник, 29.06? Это по какому голосованию? И можно ли рассказать о сроках, планах продажи карточек оператора «Феникс»? Об этом уже рассказывал не раз. Это будет август месяц. Август месяц. Да, скорее всего, это будет третья фаза, на самом деле, бета-тестирования. Уже не бета, это уже гамма-тестирование. Там будет отсутствие каких-либо лимитов пока. Свободное общение внутри сети. Партия будет ограничена на август месяц. Связано это во многом, конечно, с тем, что мы еще не довели до промышленной эксплуатации наш биллинг. Биллинга так такового нет, так что те абоненты, которые уже тем или иным образом смогли получить наши карточки, пользуйтесь и дальше бесплатно нашей связью, радуйтесь. Будет уже скоро сделано на сайте и Министерства связи, и Республиканского оператора связи. На сайте Министерства связи. Окно, где можно будет указать и геопозиционированием проблему, то есть если там отсутствует связь, или она плохая, или она рвется, можно будет подавать такие сигналы нам, комментарии о качестве приема, и мы будем оперативно реагировать. Взаимодействие оператора «Феникс» и «Лугаком» созваниваться? Да, уже можно звонить, полностью единая сеть. То есть... «Феникс» и «Лугаком». Вопрос старый про почту. Почта взаимодействия с Российской Федерацией. Как из России можно посылать или когда это будет внедрено? Почта. Сложная очень ситуация, но мы близки к решению этого вопроса. Сейчас пока не буду все карты открывать. Я думаю, прорыв у нас будет и что-то мы реализуем. Возможно, это будет не Почта России, возможно, там будет у нас посредник в лице Абхазии, Осетии, и используя их признание нашей республики, мы сможем осуществить какой-то транспорт почтовой связи. Вот ребята подсказывают, а не связано ли то, что, я так правильно, если понимаю, вот насчет блокировки Украсми, тоже такой же вопрос примерно, по поводу принадлежности
того или иного канала, либо, ну, неважно, телевизионный он, я же говорю, или там газетный какой-то формат, для того, чтобы просто заблокировать все укрСМИ, отфильтровать, а потом уже дать... А у нас укрСМИ уже заблокированы. А, уже заблокировано. Все, что можно заблокировать, мы уже заблокировали. Там, где реально у нас нет, не хватает технической возможности блокировать, а это банальная сложность с финансированием, чтобы заказывать передатчики, которые бы на тех частотах, на которые еще пробиваются эфиры украинские, выставлять как бы заслон, там они остаются. А по факту украинского телевидения в нашем регионе нет. И нет уже давно. Ну, еще раз просят напомнить, я просто уже слышал, вы неоднократно говорили про 3G, про интернет у Феникса. Просто есть проект, ремарочку. Есть проект. Проект показан главе. Если глава даст добро, мы сможем за 8 месяцев построить даже больше, чем 3G. Да. То есть мы на базе той инфраструктуры, той топологии, того транспорта, тех, той трансмиссии, которую мы обладаем на базе Феникса, мы можем реализовать 4G-связь. А опять же такой сразу вопрос, логически вытекающий. Думаю, не будет возникать вопросов каких-нибудь там дать добро или не дать добро. Это рентабельно для республики, и это, ну, новые технологии, которые нужно обязательно продвигать. Мы оценили рынок ШПД мобильного, широкополосного доступа. Мы оцениваем его высоколиквидным. С учетом того, что конгломерат на нашей территории большой и плотный. Это более 2 миллионов человек населения. Это можно смело сказать, что гарантированных абонентов это каждый второй. Исходя из этого, ну, соответственно, это все было заложено в доклад главе. Тут же сразу следующий вопрос, опять же, логически. Средства на развитие таких проектов, ну, они же крупномасштабные, финансовые, я имею в виду, крупномасштабные. Если, опять же, инициативу проект кто-нибудь из частников? Потому что мы знаем, что... Нет, это не те, это не настолько большие средства, чтобы привлекать в данном случае частный бизнес. Я считаю, что данный сегмент надо оставить исключительно в ведении государства. И уже на созданной инфраструктуре, которую мы создадим, мы сможем привлекать уже операторов, ну, так называемых виртуальных операторов и услуг. Вопрос, и частично даже нас касается, я бы сказал бы, как насчет вещания на заграничные регионы? Нас, вас, это кого? Нас это вот как РЛСТВ. Ну, у нас там свое видение, как мы будем вещать на заграничный регион, не только с помощью интернета. Как насчет вещания? Ну, к тому же, там, Первый Республиканский или Новороссия ТВ, чтобы великие укры смогли их смотреть. Такое возможно? Ну, в Киев придем и включим вещание обязательно. Угу. Понятно. По поводу IP-адресов. Да, это, собственно, наша инициатива была. Мы стали активно переписываться с регистратором европейским. И он действительно согласовал нам выделение IP-сегмента. Вот. Поэтому, да, большое спасибо. Я прям чувствую себя таким человеком, который участвовал в прорыве, чтобы выделить в том числе. Ничего себе, ДНР, РУ-ДНР, да. Все, IP-адрес выделен, европейский администратор, вот, ребят, сейчас покажу вам. Это не только мы сейчас этим занимаемся, еще и луганские коллеги. Да, европейский координатор адресов, Голландия, выдал Донецкому интернет-регистратору, центр интернет-поддержки, ДНР. Классно. А как вы это сделали? Переписка. Это сотрудники министерства сделали запрос. У нас есть оператор связи республиканский, которому нужна своя зона IP-шная. Мы решили, ну а почему бы нет, почему бы не написать. Сегодня 2 июня. Ничего себе. Ладно. Ну что ж, вот так. Интернет наш, все. Да, то есть мы можем констатировать, что даже если нас будут отключать, мы уже можем подключиться официально к России. Это будет не нарушением. Ага. И то есть, так как IP-зона присваивается на физическое оборудование, которое есть на территории. Она не присваивается где-то в Киеве. То есть она, ну, она может быть в Киеве, допустим, если там оборудование, если не запросили. Но так как мы запросили на свое оборудование,
Это наша IP-сеть. А у них и там теперь... как система? Извините, вот, как система? К территории вот привязка идет, но если эта территория там, ну, грубо говоря, либо непризнанная, там вот государственная... Ну, у них вообще какое-то свое, я так понял, мировоззрение на мир. Да. Они... И мы, кстати, пойдем по этому вопросу. Да, да, они заняли нашу позицию, мы благодарны. Они понимают, что если завтра нас Украина отсечет от АЭСки, ну, только понимание АЭСка, если зона, то мы останемся реально без интернета, потому что здесь емкость не будет. Местные пользователи не смогут получить адреса банально. Угу. То есть они не смогут светиться в всемирной сети интернет. И они понимают, что здесь ситуация проблемная. Люди по конвенции ООН имеют право на доступ к информации. Свободный доступ к информации. Так вот, именно эта IP-сеть – это реальный инструмент получения доступа к информации. И они реализуют, на самом деле, не какие-то политические амбиции Киева или еще там ЕС или США, они реализуют положение Конвенции ООН о правах человека. За что им большое спасибо. Вот впервые мы видим какой-то институт европейский, который не занимается там двойными стандартами, а следует исключительно четко прописанному международному праву. Угу. Вопрос про политическое шоу. Когда... Но я думаю, это вопрос не к министру связи, ребята, когда будет организовано политическое шоу на телеканалах. Мы думаем об этом на самом деле. Да? Да. Есть определенные планы, но не знаю, как они реализуются сейчас. Точнее, я знаю, как реализовать, не знаю, как участники, которые необходимы... Что, и укропа будем приглашать тоже, да? Не знаю, как... Захотят режиссеры проекта, ну а почему нет? Понятно. Ну, вменяемых, конечно, не тех, которых надо тут же арестовать и к расстрелу привести. Ага. Ждет ли такая же тенденция с IP-адресами по почте, международной почте? Да, вот мы сейчас готовим серьезное обращение в Международный почтовый союз. И вот этот прецедент, а очень в международном праве прецедентное право применяется очень часто, мы будем... акцентировать внимание на прецедент и будем просить зарегистрировать нас как субъект почтовой связи. Потому что вообще в конвенции о почтовой связи прописывается, что субъектом является не государство, а является территория, на которой проживают люди, которые нуждаются в почтовой связи, доступе к корреспонденции и почтовым переводам. Вопрос по нехватке технических кадров, технически подготовленных уже кадров. Вот кто-то возвращается, кто-то уезжает. С чем это связано и что в этом плане государство? Вот, вот. Конечно, извиняюсь, перебью. Плохо, что слишком быстро чат бежит. Какой-то надо стопор придумать. Не все вопросы. Так это мало человек еще, 700 да, человек. Да. Когда 2000 там вообще вот садятся, не знаю. А. Когда, так вот, по поводу кадров. Ой, и студенты, сразу сюда же и студентов. Студенты, ну, во-первых, ДНТУ? Студенты ДНТУ, по-моему, их там уже пачка у нас целая. Вот, человек 10 или 15, которые постоянно проходят практику, постоянно какие-то проекты, амбициозные идеи мы реализовываем. Например, дети Донбасса, мы делали проект, там активно участвовали студенты наши. Угу. Вообще кадров практически хватает. Ну, что практически говорить, хватает. Технически подготовленных. Мы подняли с нуля ядро сети сотового оператора. И я хочу вам сказать, это очень высокая компетенция. На тот уровень, на который мы вышли, как говорят мои коллеги, Виктор, когда мы поедем Мексиканскую Народную Республику поднимать? Угу. То есть нам уже... У вас уже определенная команда будет, в будущем пользоваться опытом? Да, вот. То есть мы можем, если завтра скажет там глава, то есть все, у нас вектор Мексиканская Народная Республика. Мы приедем в Мексику и там развернем все, что необходимо. Угу. Дальше, ребята, так, сейчас я тут остановился на вопросах и еще... Вопрос будет. Будьте по Новороссии, разветвляться будете по Новороссии? Конечно, будем разветвляться. Запорожье, следующая будет у нас сеть. Потом Харьков обязательно сеть будем поднимать. Так, вот здесь и остановимся пока. Так, вопрос по поводу Феникса. А цифровой ТВ, ДВБ-2, оно уже есть. Это Т2. 3G интернет, я уже сказал, будет. Да, будет, я думаю, может быть, в этом году. Тяжело, но опять-таки... Про тарифы, наверное, можно узнать для ребят по информации на сайте Министерства связи, по тарифам там. Ну, там никакой информации нет, пока вообще у нас маркетинг... Пока бесплатно все. Да, пока все бесплатно, пока никакой маркетинг не присоединится. Единственное, что карточка сейчас будет порядка 60 гривен. Я, наверное, анонсирую
начнут продажи, стартанут в августе месяце. Это будет отделение Почты Донбасса. Вы имеете отношение к команде «Кибербиркут»? Нет, не имею. Можете мышкой листать? Вот, да, вот здесь. С Луганском, конечно, работаем. Нет, «Кибербиркут» классные ребята, но мы их не знаем. Запорожье, про Херсон можете вкратце рассказать, это ваша такой вот родина. А что за вопрос про Херсон? Ну, просто тут запорожцы у нас есть, и херсонцы есть, и... Ну, в Херсоне обязательно поднимем сеть. Феникс – это же птица, которая будет возрождаться везде. Хорошо, спутники, купить чистоту. А как чистота покупается? Там полоса покупается, а не чистота. И зачем нам украинские спутники? Мы тогда будем росить, товарищи россиян. Будет ли заходить ДНР российская? Нет, не будет. А мобильная российская связь даже в Крым не зашла. Через пару дней придет пенсия на карту. Попробую по интернету пополнить. Не понял вопрос, что это там. А, вот еще вопрос про Украсми. Много задавали там выше, я видел. Зачем это нужно было делать, отключить Украсми? Все равно здесь люди, ну, когда смотрят, понимают, что это ерунда, и сравнивают. И еще такой вопрос. А может, и не нужно было отрезать Украсми, можно было оставить для демократии типа? Вот, такое решение было принято. Не, я честно, вы знаете, я, честно, не верю особо в демократию. Я верю больше в принципы сильного государства. К сожалению, чтобы народ понимал, где грань его прав и где начало его ответственности, он должен быть глубоко осознанным именно человеком с соответствующим образованием, там, широтой взглядов, полнотой опыта. Потому как неконтролируемая демократия, в которой может вливаться огромные миллиарды денег, как это было в Киеве, мы видим, к чему приходит. То есть это та лазейка, на самом деле, псевдосвободы, благодаря которой уничтожают не одно государство, там, а десятки. И мы видим, что во всем мире идет практически хаос с той одной позиции, чтобы в покое в мире существовало только одно государство, это США. Ну, а такой тогда континентального масштаба вопрос насчет этой демократии. А почему тогда так происходит, что люди, которые идут там за идеей или что-то, или как-то, потом просто ими прикрываются, якобы пользуются, возглавляют процессы, но не реализуют те идеи, которые требует вот эта толпа вся? Ну, так всегда, потому что... Так, а почему так при демократии происходит? Такого, я не помню, что было в 19-м столетии, такого никогда не было. В 20-м даже не было. Ну, в том-то и дело, я же уже говорю, что демократия – это именно та лазейка, которая пользуется. Именно те злопыхатели, которым, ну, они не хотят, чтобы на геополитической карте были независимые полноценные государства. Им нужно, чтобы поддерживался везде хаос, чтобы поддерживалась тотальная коррупция в этих государствах. Если они хотят выйти из формата коррупции, значит, им нужно устроить какую-нибудь болотную площадь, им нужно устроить Майдан какой-нибудь. Про МТС вопрос. Херсонская... Кстати, Херсонская, а как она правильно? Нет, Таврическая, это не то, я не помню. Вопрос, в общем, про МТС. Возникают проблемы с пополнением счета, но этой проблеме уже не первый день. Вы уже много раз давали комментарии. Да. Как еще вот посоветуете ребятам, чтобы пользоваться той сетью МТС, пополнять? В принципе, ну, будет ли наш, вот хотя бы в городе Донецке и по периферии в том числе, способы для пополнения, ну, хотя бы... Что можно вот с этим сделать? Ну давайте так, МТС Украины действует на территории Донецкой Народной Республики вне ее юрисдикции. Поэтому что можно сделать мне как министру связи компании, которая не зарегистрирована, которая не платит налоги, которая не платит за электричество Донецкой, которая не платит за аренду своего оборудования, не отчисляет подоходный налог и так далее, и так далее? Очень сложно ответить. Поэтому все, что касается их пополнения, их работы, вот в глобальном плане, меня беспокоит республиканский оператор связи. Если бы МТС там зашла бы, там, не знаю, под другим брендом, с другой компанией, сказала бы, да, мы понимаем, что мы должны здесь платить за радиочастотный ресурс, который немало они здесь используют, это был бы другой разговор. И они на сотрудничество никаким образом не идут? Ну, то есть мы пока сотрудничаем так. Они понимают, что им нужно зарабатывать деньги, а мы понимаем, что если завтра люди в этом там, поселке, городе останутся без связи, это гибель будет. Вот мы вынуждены
но откровенно вынужденные, руководствуясь исключительно социальными задачами населения, помогать, содействовать им, их работе связи здесь. А каков риск того, что они могут уйти вообще? Я думаю, минимален. Они очень большие деньги здесь зарабатывают. Для людей бизнес – это дороже всего. То есть у них нет никаких аспектов. У них здесь есть возможность зарабатывать большие деньги. Они практически монополисты на рынке. Сказать, что они заинтересованы, чтобы давать людям связь, я не думаю об этом. То есть их заинтересованность не обеспечит людей связью, а исключительно? Конечно. Я думаю, это исключительно задача стоит. Вот, например, Стелит активно вытаскивает свое оборудование всеми правдами и неправдами, чтобы отсюда вылезть. Потому что они не зарабатывают так много денег. Как... Вот. Угу. Так, вопрос пропустили, наверное. Можно ли звонить с территории Укропи родным в Донецк на новую сеть ДНР и обратно? Нет, конечно. Ну, это изолированный сотовый оператор. Ну, надо понимать. Мы не признанная республика, и мы никаких PRI-стыков официальных не можем иметь ни с Укртелекомом, ни с другими любыми операторами мира. Я уже не говорю про Украину. Есть ли возможность ретранслировать российские радиостанции? Ну, на данный момент порядка 5 радиостанций ретранслируется. Маяк, Вести, там, прочее. Вести, ФМ, отлично. Вопрос, как вы будете реагировать на глушение вашего инета? Я знаю, как лов, есть такая аппаратура. Есть ли противоглушащее устройство? Такой вот вопрос. Ну, пусть этот вопрос он задаст на какой-нибудь пикабу, там найдут ответ. Ну, не сразу вопрос, на самом деле, глушить интернет. Его либо отрезают, либо не отрезают. Зачем его глушить? Он идет по кабелям. Начнем с этого. Во-вторых, что значит наш интернет? Он всемирный, это интернет. Это всемирная сеть компьютерная. И у нас собственного интернета нету. Поэтому, ну, сложно комментировать, если честно. А в ЛНР сказали, что МТС уходит? Не знаю. В ЛНР есть собственное руководство, поэтому им виней. И кто сказал, я, честно, об этом не слышал. Что-то Новоазовск не отключит, как КСТ. МТС хоть не отключит, как КСТ. Ну, в Новоазовске, хочу сказать, шикарное покрытие Феникса. Вот. Да. И понимая, что там все плохо со связью, мы... распространили там порядка 3000 карт в Новоазовске. Угу. Хорошо. Так, центральный офис МТС в Москве. А взаимодействие по МТС от Российской Федерации и украинского сегмента, это же все-таки одна и та же компания была, и контролировалась она далеко не украинцами всегда. Не знаю. Не знаю. Нет. Ну, нет, ну что ж, радиоточки. Какая демократия? Это бред, это только... Это мы общались про демократию, ребят, чат отстал немножко, поэтому тоже свои высказывают. Не-не, спроси, уважаемый министр думает о системах Эшелон. Понятно, что технически это вполне реально. Развернутся ли системы на Украине? Или может посягнуть на сети ЛДНР? Система Эшелон. А что это? Ну, во-первых, данная система уже используется товарищами. И у нас есть данные о том, что администрируют эту систему товарищи из ЦРУ. И весь, почему вот мы озаботились принципиально изолированной сотовой связью, потому что подобные системы, они там еще и другие названия, они сниферили полностью трафик, который генерировался на территории ДНР, ЛНР. И первостоящая задача стала поднять изолированного оператора, чтобы исключить тотальную прослушку, тотальную, без какого-либо там юрисдикции суда, прокуратуры и так далее. Когда будут бесплатные Wi-Fi точки на остановках и других общественных местах? Ничего себе, народ уже интернетом на остановках, пока автобусы. Ну, вот мне вопрос все-таки тем людям, которые хотят все бесплатно. А что вы вообще сделали для республики? Потому что вот желание бесплатного – это на самом деле самая губительная потребительская черта любого человека. Все бесплатно. Почему российские операторы не вошли в Крым? Это отдельный вопрос, и, наверное… Это не ко мне вопрос. Это к операторам российским и про Крым. Возможно ли проблемы при использовании доменной зоны DNUA, какой официальный домен ДНР? Как регистрировать цены, льготы для коммунальных предприятий? Как регистрироваться, цены, льготы для коммунальных предприятий. Не совсем понял вопрос. Что хочет именно зарегистрировать Ольга? Пусть повторит более развернуто. По-моему, официальных сайтах ДНР, ну, их немерено. За каждым министерством, да их много, в принципе. IP-телефония, она уже, в принципе, в глобальном плане давно. То есть вынос IP – это другой вопрос. Она, в принципе, вся телефония, она IP. Она давно не пошаговая.
можете привести Феникс в ЛНР. Мы уже неделю сидим без связи МТС. А где именно вы сидите в ЛНР без связи МТС? Ханто, а я не помню вот откуда. Ну, напишет, потом спросим, где неделю без связи МТС уже. Так, с родственниками общаюсь по Киев, старый МТС, они в РФ, Новоазовск. Они в РФ, Новоазовск, вот так. Вот так у нас люди. Все, Новоазовск уже Российская Федерация. Феникс не подходит. Как будет обеспечиться безопасность этой связи? Я про законодательство. Вот вопрос от слушателя. Безопасность в плане законодательства. Как? Он у вас государственный, я так понимаю, правильно еще раз? Государственный, и ну, кто на него может наехать? Частники же не могут наехать. Это раньше частные там фирмы могло наехать государство. Тут вопрос немножко другой. Как обеспечить безопасность связи? Имеется в виду в технологическом плане? Ну, во-первых, у нас есть целый отдел, который занимается именно технологической составляющей безопасности. А как это будет описываться в законодательстве, причем здесь безопасность связи? Но у нас есть уже законодательство про тайну связи, например, вот тайны переписки, там, по-моему, секретные документы. Ну, не совсем понял я его. Просто про конфиденциальность что-то интересовали. Ну, конфиденциальность, конечно. Сейчас вообще у нас тотальная конфиденциальность. Алчевск, Перевальск без МТС. Вот, говорят. Это в ЛНР. Ну, ждите Лугаком. Ждите Лугаком. Да, кстати, в Алчевске там, я знаю, хорошее покрытие. Перевальский тоже хорошее покрытие. В Краснодоне нет. В Краснодоне нет ничего, кстати. Да? Да. А что так? Ну, в процессе. Строят там ребята. Угу. Хорошо. В Краснодоне. Вот, еще раз про Краснодон. И Краснодонский. Опять же, МТС. Неделю в Краснодонском. Тут уже 4 человека написали про Краснодон. Нет. Вот нам из Плотницких хочет деньги. Но я думаю, скорее всего, не Плотницкий, все. Вопрос налогов. Ну, надо платить, что ему сказать. Симки, где заказать, где изготовить, где привезти. Что это? Где купить, наверное? Где заказывать и изготовление симок для своего оператора? На территории Донецкой Народной Республики изготавливаю. Угу. Брянка и Стаханов, вот еще. Тоже. МТСа нет. Очень странно почему-то так. Надо позвонить еще. Дон МТУ, не знаю точно, берем ли мы с этой кафедры, но возможно берем. Но у нас люди проходят через проверку МГБ, там все очень жестко. Те люди, которые берутся на ответственные участки, они проходят там серьезную проверку. А может быть так, ну хотя в принципе это уже вопрос компетентности либо тех органов МГБ, чтобы не закрались сюда сразу же, изначально при строительстве нового молодого государства. Уже сливальщики или там кто будет работать на... Ну, это их не задача, их не компетенция. Угу. Вопрос комментировали уже про 3G, про 4 даже G. Ваше отношение к президенту Порошенко? Мое отношение к Порошенко и верховной власти Украины. Ну, во-первых, я не считаю, что таковая власть вообще в Украине есть. Там сейчас просто преступники, которые дорвались до власти. Ну, Порошенко, что ему сказать... Угу. Арестовать и расстрелять. Угу. Голосовал ли я на референдуме? Нет, в этот момент я еще не... Ну, мягенькое отношение. Арестовать, расстрелять. Это, как говорится, можно... Буду голосовать на референдуме в Херсоне обязательно. О, годится. А, кстати, вот в перспективе по времени, насчет международного вот распространения Феникса, оператора, ну, можно так примерно хотя бы понимать. Когда выйдем на международный уровень, все равно рано или поздно признают. Украина прекратит свое существование, будет большая Новороссия, большая Малороссия, я думаю, мы там договоримся. Угу. Вопрос политический, ребят, сначала надо решить, а потом уже вопрос Феникса, чтобы он стал международным. Вот к этой привязка. Появятся участковые на местах. Участковые? Ну, это ж не министр МВД. Продолжение темы эшелона. Так, что на территории Украины... Анонимайзеры не помогут. Я хочу рассказать, что столкнулись с одной проблемой. Порядка 10 человек, которые общались со мной, ну, там через Тор, анонимайзеры, то есть была определенная группа людей, которые общаются со мной с Херсона, и вот 10 человек просто арестовали за то, что они со мной общаются. Арестовал их СБУ, насколько я знаю, 4 из них уже выпустили. Вот. Остальные 6 продолжают еще сидеть. Вот. Сегодня, кстати, еще очень хороший день, знаменательный. У моей помощницы, у Ани Гриндюк,
арестовали брата в Запорожье только потому, что он ее брат. И удерживали 5 месяцев в плену. В очень жесточайших условиях. Я вот сейчас после интервью поеду с ним встречусь. Вот только сегодня некто одессит Аборин, офицер афганский, помог вот его вывести из плена и передать. И, насколько я знаю, даже без обмена. Большое ему спасибо товарищу Аборину. Вот подробностей еще не знаю, но там, насколько у нас поступала информация, жесточайшие вообще условия содержания. Даже нюанс такой хочу подсветить, пользуясь случаем. 2 месяца назад был составлен акт, что с него снимается обвинение, а ему сделали обвинение в терроризме. Там. Он подписал, что он переводится на домашний арест, и после пропала вообще вся информация. То есть СБУ говорит, а отец проживает в Запорожье, он подавал постоянно документы, запрашивал, где находится сын. Они говорят, ну ничего не знаем, он на домашнем аресте, ищите его на домашнем аресте. А по факту он находился в специальном лагере в Харьковской области, где именно не знаю, там в жесточайших условиях, без какого-либо формального содержания. То есть в любой момент его могли просто убить, и все концы в воду. Это тот строй, это та власть, которая сейчас находится в Украине. Поэтому ничего, кроме уничтожения этой власти, ничего хорошего не будет. Я думаю, что только так и будет. Ждет их полное уничтожение. Вопрос вот какой. По доменной зоне. У нас на предприятии доменное имя заканчивается на DNUA, тепло DNUA, вода DNUA. Администраторы домена не могут на своей аппаратуре отключить наше доменное имя. И на сайт предприятия попасть возможности не будет. Интересует регистрация доменного имени для независимости от лиц, могущих самостоятельно отключить домен. Регистрируйтесь на .ru. Ну, на .ru. Нет проблем вообще. На .ru, на .org. Дальше. Так, Крым, домашний телефон. В Крыму МТС России что-то там, ладно. Правильно ли поняли вас? Домашние адреса, да, Укртелеком. Ну, Укртелеком – это ключевой оператор связи в Украине, поэтому мы не можем отключить его, не можем на него никак там вести какое-то управление, потому как тогда у нас не будет никакой вообще связи с внешним миром. Так, невозможно включить интернет, сотовая компания Минофеникс. Почему это название? Выиграл в конкурсе, у нас был открытый конкурс, там прям несколько, месяц была баталия у нас. Да, да, было дело. Из пепла. По названию. Вся суть в названии. С министром связи РФ знакомы или пытаетесь с ним пробовать поработать? У него есть чему поучиться? Он вашего возраста. Знакомы. Даже на день рождения приходили на мое 30-летие. Вот так. Есть взаимосвязь. Если почту сделать, можно будет. Почта создана. У нас есть целое огромное госпредприятие Почта Донбасса. Почта Донбасса – это свыше 1400 сотрудников. Это порядка 200 отделений. Почта Донбасса реализовывается очень важные социальные задачи. А за границу задачи. Можно запрашивать, спрашивают? Заказ. Если здесь сидишь внутри, в Донецке. Будет. То есть это тяжелый механизм, будет. Будет. Можно будет из интернет-магазинов Китая заказывать ДНР. Мы это реализуем. Угу. Там 5-месячная работа идет, это очень сложно. Вот сейчас Почта Донбасса разносит примерно 500 миллионов гривен пенсии. Реализую очень сложную, важную социальную задачу. И уже есть подписка, оформляется на отделениях. Есть почтовое сообщение ДНР, ЛНР. Поэтому. Ну, у нас же просто ребята, кто-то пенсию не получает, и скорее всего, ну, я имею в виду молодежь. И их не интересует, что почта, надо интересоваться, как приоритеты расставлены. Они считают, что главное, это там не пенсия, понимаете, а чтобы можно было заказать себе. По поводу 3000 симок распространили, они продавались исключительно на отделении Почты Донбасса по фиксированной цене 50 гривен. Угу. Так, установки модемов. Какие цены будут или скидки? Модемы. Это про интернет, наверное, про интернет-оператора. Ну, модемы, как обычно, там цены есть на сайте. Там сейчас рекламная акция, компания запускается. А интернет-провайдеры сейчас, вот Matrix, Veda. Их очень много, интернет-провайдеров, да. Не смысла перечислять. Дальше, так, можно чуть подробнее, какие средства анонимизации провалили в случае общения с товарищами? Ну, вот, во-первых, Tor не работает, во всяком случае, точно. Симки, да, будут привязаны к паспорту.
тоже не работает так. А если использовать на одном из мобильных операторов Украины Skype и через Skype общаться? Skype вообще тотально слушается. Skype, Viber, WhatsApp. Вообще рекомендую, если у вас есть какая-то конфиденциальная информация, не пользуйтесь этим Telegram, мессенджерами. Единственное, что апробировано на практике. Мессенджером? Ну, WhatsApp, Viber, мессенджеры, да, это. Uh-huh. Единственное, что нами апробировано, и мы можем советовать людей, которые используют конфиденциальную переписку, из открытых таких программ, общедоступных, это Telegram. Спасибо Павлу Дурову. Хорошо, Telegram. Когда будут домены первого уровня? Ну, домен первого уровня стоит 200 тысяч долларов. Вот сейчас можете начинать скидываться, и мы купим обязательно, как только все скинутся. У нас просто нет таких денег, откровенно говоря. Это не проблема создать .dnr, .lnr, .nvr. У нас там была идея nru, там... Ну, мы закинули, нам сказали 200 тысяч долларов. Мы такие, мы поняли, все. Да. Так, про модемы отвечали. В Крыму российские операторы не работают, а МТС России, Винмобайл, Кателеком. Я не знаю, потому что МТС России там работает. Я знаю, что Кателеком там работает. БСЕ просит, это про Широкина. Не то. Письма почты Донбасса. По республикам можно, можно, можно. Даже заказные письма можно. Уже можно будет скоро еще послать. Сейчас тарифы утвердим. Вот. Евгения Викторовна попросим, чтобы она утвердила Самохина. И будет у нас работать. Дальше ICQ. Древняя, 300 лет уже не пользовался Аськой. Жителю Белоруссии можно симку Феникса или только местным? Можно, симку можно. Нет проблем. Можем еще марки Motorola и Givi продать. Симку можно. Для покупки симки, ну, паспорта. Пусть приезжают и продадим. Да. Хоть белорусу, хоть там чувашу. Нет проблем. Так, у кого покупаются домены, ну, узнаете, ребята, да, все. Да, марки продаются, покупайте. Так, почтовые марки, 4G потом, марки будут выпускать. Да, скоро домен. Будет вторая марка, так что... Хорошо. Ну что ж, теперь сейчас мы сразу подготовим вопрос, который мы зададим слушателям нашим. Вот интересно. И, в прошлый раз мы спрашивали как раз про название, тоже здесь голосовалочку делали, но, по-моему, у нас Феникс был на втором месте. Вот, у вас? Так. Ну, мы же здесь тоже делали голосовалку. Вы свое делали голосование? Да. У нас обычно чат. Наша аудитория более объективная оказалась. Ну, более больше у вас просто аудитория оказалась, скажем так. Вот. И да, это, может быть, повлияло на этот процесс. Хотя наши же отправляли. Там же у вас голосовалка на Минсвязи, ну, в инете вот была. А мы здесь ее устраивали. Есть же меценат среди бизнесменов РФ. Ну вот если вы знаете тех меценатов, которые готовы отдать 200 тысяч, звоните, пишите. Официальный сайт msdnr.ru. Мы не против. То есть с удовольствием готовы принять эти деньги и зарегистрировать, и за, как бы отчет предоставить о потраченных деньгах. А пока dnr.ru. .ru. Так что, голосование. Будем что-нибудь устраивать у наших зрителей, чтобы их так спросить что для будущего. Но если есть вопрос спорный, у нас ребята тут в чате, в принципе, уже года полтора сидят, ну, довольно компетентны во многих вопросах. Такие. Ну, можно спросить, какое название больше нравится, Феникс либо Лугаком? Битва республик. Ну, можно спросить, да. Феникс или Лугаком? Да. Хорошо, ну пусть будет так. Так. А пока мы еще, у нас еще получается минут 5. Да, у нас ровно 5 минут, ребята. Давайте 1-2 вопроса, и вы сразу проголосуете. Мы объявим результаты голосования. И как бы вот так задать? Что лучше назвать? Своя сеть, соцсеть не нужна, это глупости. Угу. Столько буржуев, олигархов, которые просто на ветер деньги пускают. Я с такими просто не знаком. Вы, если лично знаете, приводите их за руку. А что они Лугаком назвали, кстати? Не знаю. Так, и вот наше голосование. Какое название вам больше нравится? Феникс, Лугаком, оба и не один. Вы можете. ДНР РФ. Ну да, ДНР РФ. Феникс, Ясный Сокол. Так, а мы будем ждать результаты голосования сейчас. И еще, что тут?
Феникс, Луга. Ну, тут фантазия наших товарищей. Другое название, но нет. Нет. Новороссийская линия связи. Линия? Ну, там и, да. И Новороссийская С двумя. С много, да. Ну, это нормально, это нормально. Это реально нормально, потому что человек пишет с мобилки, ну, нормально. Или с планшета. Синий лук. Не, просто мы тоже думали, там, Новороссия, ДНР. Есть такое, как бы, вообще в маркетинге переспам есть такое понятие. И когда, то есть, подсветка какого-то бренда, какого-то имени, она хорошо. Но когда это начинается, там, чрезмерный переспам, это начинается на определенном уровне у человека отторжения. То есть, кругом одно и то же. Вот мы видим ситуацию, которая есть там в Украине. Кругом это слава Украине, и там... по общему, да, им пытаются там убитые мосты, все смысл выкрашивают этот украинский флаг. Это доходит до абсурда. Рекламщики называют это переспам. Поэтому нужно какие-то институциональные вещи выводить под какими-то своими названиями, чтобы на них опирались, а не чтобы не было там, сливалось в общую серую массу, там, либо только ДНР и все вокруг ДНР, либо там только Новороссия, да. Поэтому там есть Новороссия, какая-то большая, большая идея. Есть ключевые задачи, они здесь сейчас, это ДНР, Донецкая республика. Вот. Есть оператор Феникс, который возродился из пепла и готов предоставлять услуги. Хорошо. Но ситуация, доходящая до абсурда, чтобы развалить в плане того, что они слишком патриотично и много, и ярко, и бездумно. Да, но у них ничего, там... кроме там... Даже... распространение своих красок. Я предлагал им запатентовать жовто-блакитный цвет сочетания, потому что вот сегодня буквально я где-то видел интервью Лолиты. Она там буквально на днях спела по-украински, они все, Лолита за нас. То есть если они видят это жовто-блакитное что-то, они все, они за нас. Вон там даже в Армении вышли, у них флаг там красно-синий и оранжевый. Но он на свете вечернем желтым светится. И они видят, они говорят, все, они за нас стоят. То есть любое сочетание сине-желтого или там где-то... Роуминга не будет. Стык прямой, без каких-то... То есть абоненты не чувствуют, не почувствуют никак на своей оплате и услуг связи. Хорошо. Так, результаты нашего голосования. Сейчас. Где наши тут результаты? А ну, проверим. Ну, тут какая-то поддержка такая однозначная. Ну, мы рады, что нас народ поддерживает. Ну, значит, видите, все-таки объективное голосование было. Да. Вот, объективное было голосование. У нас есть 9%, которые не нравится ни один. А оба нравятся 10. Вот такие вот мир, дружба, жвачка у нас есть. И вот такие. Ну, больше так. Ничего. Ну что ж, ребята, мы будем с вами прощаться тогда. У нас в гостях сегодня был министр связи Виктор Вячеславович Яценко. Отвечал на интересующие вас вопросы. И до следующих встреч обязательно. Все, всем спасибо, до свидания. Все, желаем удачи в ваших проектах. До свидания.